Нифига не понял, в гостиной, получается, можно типа сидеть, находить себе чех, с кем удобно ран качать? Нет, ты в га... О, какие люди, ребят, нам попались. LMG моб. LMG моб, ребят, на Ларс. Вот, нет, там ты, когда сидишь, ты играешь вообще со всеми, кто в ранкеде находится. Там в лобби можно просто сесть за одну арену. Вот, и тебя будет находить, и, допустим, за одну аркаду на двоих, там на четыре, на восьмерых. Вот, или еще на какое-то количество людей сесть, и тебя будет... Ой-ой-ой. И тебя, короче, будет находить только с теми людьми, с которыми ты сидишь. Но это типа как матч в руме считается. Это типа место, это место лобби здесь. Такая вот. Но проблема в том, что ты еще пойди найди подходящую аркадку на двух человек, например. Пошел тут в нимбу свою вырабатывать. Опа, похилились. Хорош. А я один плюс 2 нажимал. Я здесь один плюс 2 нажимал. Ну, если ты играешь как бы через лобби на энное количество народу, вот, то нет, ты там рамки почти не получаешь. Ты очки получаешь, если садишься за желтые аркады и выбираешь ранкет матч. Вот тогда да, тогда ты очки получаешь. Вот, и соответственно ты играешь со всеми вообще, кто в ранке не находится. Вот, а это так чисто, ты, чтобы тебя можно было найти, к тебе подойти и, например, смотреть твои матчи. То есть кто-то может, допустим, сзади встать и посмотреть, как ты играешь. Ой, хорош, один сконфирмил. Ой-ой-ой, я забыл, что он там просто с полэкрана не может достать. Вот такой вот. И 1 плюс 2 я нажимаю, но это бесполезно в онлайне здесь вообще. Это тебе не парсер. Ой, не дает. Решил забайтить мне молоко, не получилось. Ай-яй-яй, не реверсалис орбитал, ларсовский больше. А так удобно было. Эти сетапы перехватывают. Ой, хорош армор. Ой, не хватило КП, чтобы встать отхилиться.
Хорош, шармо. Че и залез бы 4-2. Блин, жахнули ультой. И я не успел. Не успел хит сделать. Я бы, думал, с воздуха сейчас сниму, закомблю, там еще похилюсь в процессе. Вообще хорошо будет. Нифига подобного. Ой, хорош. Просто, блядь, орбитал, у него лучший эскейп. Нас на половину сетапа. Да на нем плюс 2 жгу. Ах, ебабашка. Убью. Ну, возможно, я его убью сейчас, кстати. Если хватит дамаги, надеюсь очень на это, что хватит. По факту хуй там плавал. А нет, слушай, хватило. Я вообще даже не знаю, сколько здесь ульта дамага наносит, причем, блин, что-то дофига. Как будто. Ай-яй-яй. Да, не сориверсали теперь этот сетап его. Все очень плохо. Очень правильно выглядит. Ай, по балде там сейчас больно. Не, ну и, кстати, не так уж и больно ему дал. Он все это захилит сейчас. А вот не пиздели будет, а вот не пиздели будет знатно. О, блин, еще и влетел. Этим говнином. Ох, у F3 достало, как, блять, там вот столько рейнджа было просто. Охереть, блядь, охереть, блядь, просто что с хитбоксами-то сделали-то, а? Нормальные же были в ЦНТ в прошлом. Блядь, тут плюс, нахуй. Пиздула, блядь, просто. На, блин, тебе. Это F2 было, блин. В говно, блять, просто в говно.